Здравствуйте, друзья! Мы с вами находимся на занятиях по лего-конструированию. Сегодня мы с нашим юным инженером Савелием собрали вот такое вот перемешивающее устройство или блендер. Сейчас покажем, как оно у нас работает. В принципе, конструкция несложная и состоит у нас из скольких шестерен? Из четырех. Ну, из пяти, но пятая фактически нам нужна была для того, чтобы мотор укрепить. А так она вращаться может из четырех. Ну давай, включай. Покажем. Ну, вертикальную. Ну, сейчас оно держит горизонтально. Давай вертикальную поставь. Перехватит все. Ну, сейчас эти что-то поворот. Да. Ну, видите, как отбрасывает. Ну, стакан уж мы не стали брать. Да, так можно было какой-нибудь погрузить его, и там он будет перемешивать. Теперь давай покажем Савелий ступени редукции нашей, да? За счет чего произошло увеличение оборотов? Вот мы поставили красный для того, чтобы засечь, сколько у нас оборотов сделает вот эта вот ведущая шестерня, и сколько у нас на выходе будет, так сказать, где рабочий орган вращаться. Оказалось, в сколько раз, во сколько раз увеличилась скорость вращения, Савелий? В 5. Ой, в 5. В 5. За счет чего это у нас произошло? Где у нас ведущая шестерня, покажи. Вот это вот большая шестерня, которая выходит у нас, надевается на вал мотора, да. Вот, потом, да, соприкасающийся с ней у нас 8 зубчиков, здесь 40, 40 разделить на 8 будет 5, да. И вот когда переходит он уже на другую сторону балки, где стоят шестерни, здесь у нас две одинаковых шестерни, поэтому изменение количества оборотов не происходит. Один в один происходит, да? Ну и здесь вот на осях, здесь тоже не происходит изменение количества оборотов. Поэтому ступень, только одна ступень редукции у нас вот здесь вот, да? Вот. Ну а этот вот мы поставили для чего? Эту шестерню? Чтобы удлинить моторчик. Да. Чтобы можно было укрепить мотор, да. Потому что скажу вам тайну, что сначала наш гениальный инженер Савелий хотел моторчик укрепить вот сюда, на вращающуюся шестерню. Ну вот я вовремя успел это дело, так сказать, пресечь. Иначе что произошло бы, Савелий? Ну замотался бы, конечно, вот этот шлейф, и моторчик бы вышел из строя. Ну бывает, не проснулся еще немножко у нас Савелий. Вот. Ну, до новых встреч. Занимайтесь техническими кружками.